Ну, пошли. Куда с музыкой ясно. Сейчас? Куда сейчас двинемся? На улицу Туманян пока пойдем. А ты знаешь, что в здании оперы собираются открыть сауну, а на крыше еще ресторан? Да ты что? Да. Совсем здание оперы, сауна где? В зале? Ну, я не или... знаю место, где это будет. Или фойе. Вроде для работников сами. Это ты серьезно или шутка? Артистов. Да-да, серьезно. Это освещалось в прессе. Ну и что, решили открыть пока или не открыть? Пока ничего не решили. Я не знаю, кто решает. А у нас вообще спрашивают, когда решают? Пишут, пишут. Все равно ничего не добиваются. То есть и свобода слова ничего не дает, да? Ну, свобода слова вроде не запрещают говорить, но никто не прислушивается к мнению народа. Красивые тюльпаны уже. Здесь они, видишь, полураспущенные. Цвет какой красивый. Между прочим, все дороги ведут к Северному проспекту. Неудивительно, самый центр города. Место отличное, а вот если бы его еще и отстроили бы красиво, отлично, было бы совсем здорово. Это улица Туманян в сторону улицы Абовян. Это вот это здание некрасивое, которое нам напоминает швейную фабрику. Да, еще рекламы прилепили, хоть немного вид изменился. А то вначале... Это тот случай, когда реклама не портит, а улучшает здание. Скрывает некоторые недостатки. Народное гуляние. Ну так, не массово, конечно. Потому что, да, ты знаешь, народу, в общем-то, мало для вялое воскресного гуляние. Дня. Видимо, в первой половине было многолюднее, когда люди посещали литургию, церкви. А сейчас уже время обеда праздничного. Кстати, мы тоже опаздываем на праздничный обед. Да, нас ожидает праздничный обед. Да, конечно. И что, будем кушать рыбу? Ну, не только рыбу, праздничную. Наша дочь всегда готовит отменно и очень разнообразно. Вообще, это армяне любят собираться именно дома по праздникам, нет? Ну, да, но это вообще семейный, наверное, да, больше? Да, семейный праздник. Праздник. Как Новый год, как, да, Рождество, так и Пасха. Вот круг сделали. Вернулись на круги своя. Значит, пора прощаться. Да? Ну, мы же опоздаем. Может, еще вечером немножко снимем праздничный город. Без нас там все поедят, а нет, нам ничего не останется. Ну, прямо.
До свидания. И продолжение праздничного дня с праздничным обедом семейным. Всем желаю. Да будет с вами Бог. Победа смерти над жизнью, да? Так надо понимать Пасху. Да. Что я сказал? Победа смерти над жизнью. Наоборот сказал. Победа жизни над смертью. Я тоже не вникла и подтвердила твое сказанное еще. В общем, победили друг друга в вечной борьбе. של סר נר כקסת עצמי ירב הנמש ברידם קוצר אורי עם פה קריקה הרזת הממפות הוא אמן מבא יסודו ונר עיסות מינור צ'נפה כן Sama kez novo misht kez etim Yerevan kez eten Yerevan Yerevan ne tunushen che Yerevan emenken Yerevan ankeh sirele che gervat sorenke Yerevan ne tunushen che Yerevan emenken Yerevan Nanke tsirele Shegervat zorenke Maira selo karaki Morpes gurgure Mer jepitnu Jer poskere Serena virenk Amen Karakasharu Zarkov sirtuni Yerevan Sertiz vasi Dunes hoki Yesudu une kaiso minor chanapa kes ama kes no umis kes
этим Ереван, с этим Ереван, Ереван.